А наш эфир-то продолжается. Апрельские тезисы мы сегодня обсуждаем. Анна Шабанова улыбается, значит, все хорошо. Дмитрий Соловьянов тоже здесь. Я не знаю, как это относится к апрельскому тезису или нет, но, может быть, это просто подарок для тебя сегодня. Итак, так. У нас в гостях Татьяна Глебова, музыкант. Она сегодня не просто музыкант, не да? просто музыкант. Она нам расскажет нам о старейшем духовом инструменте в мире – диджериду. Да. Правильно Доброе сказал? Утро всем. Доброе да. утро. Сейчас все правильно сказал. Ну, рассказывайте, собственно Что говоря. Что же это такое вообще? Что да? это, да? Диджериду народный австралийский инструмент аборигенов Австралии. Ух ты! В природе он не рукотворный, то есть в природе, ну, в Австралии он изготавливается как в жаркую погоду термиты выедают сердцевину. Так. Затем специально обученный человек идет, простукивает дерево и уже доводят, делают мундштук из воска, раскрашивают. В тотемные просто рисунки племени. Это природа, получается, самостоятельно создает инструмент. Да? Боже мой, это удивительно. У вас это аналог или это действительно настоящий? Ну, это настоящий, конечно, диджериду, но сделан он в Иваново из березы, из нашей русской березки. Мы понимаем, так скажем, что в музыкальных школах образовательных да, учреждениях невозможно научиться этому, да и, по-моему, инструмента такого нет. Угу. Как вы учитесь и какие пособия, где это... И можно ли этому научиться вообще простому человеку? Можно, да, научиться можно. Можно, я вот простой человек, я научилась. Мы открыли школу в Челябинске, приходите на обучение. Вот так даже, здорово. Ну что, я думаю, что нужно как-то послушать, видимо, что да, же, потому как что звучит? Мы-то сейчас услышали этот звук. Ну давайте так, если у вас чашечка кофе, то, пожалуйста, отставьте ее пока на секундочку, ну, чтобы привыкнуть к этому звуку. Татьяна, просим нас вас. Мягко погрузите, пожалуйста, в эту атмосферу. Расскажите, в чем секрет? Удивительно. Вы вообще дышите? Как или вы вообще это делаете? А почему звук не прерывается? Чем вы дышите? Мы одновременно происходит вдох и выдох. То есть мы делаем вдох за счет запаса воздуха в щеках. То есть, ну и постоянно циркулирующее дыхание. Да, вот это самая основа, которой стоит научиться. Все остальное дело как бы техники. Да. Это ведь вы голосом самостоятельно ноты правильно как-то озвучиваете? Ведь здесь нет никаких ни клапанов, ничего. Там же просто чтобы... труба. Да. Инструмент обертоновый, то есть основной инструмент, основной тон это нота ми в данном случае, да, все остальное обертона, это просто артикуляция, умение управлять своим аппаратом артикуляционным. Причем даже не, вот, не артикуляционным, а, видимо, горловое. Горловое, да, где-то голос задействуется. Ну, не просто все. Прекрасно. Спасибо вам огромное за это бодрое, действительно бодрящее такое утро. Напомню, что у нас сегодня Татьяна Глебова, музыкант.